Происшествий на льду, как утверждают сотрудники МЧС, с начала года не было. Но опасность попасть под лед в этом году значительно выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Виной всему – аномально теплая погода. Толщина льда на Волге и Суре минимальная для этого сезона – около 20 сантиметров. Местами есть пробоины и открытая вода. Выходить на лед небезопасно, утверждают представители МЧС. Тем, кто все же решится порыбачить, необходимо соблюдать минимальную технику безопасности и помнить единый номер спасательной службы 112. Избегать одиночного нахождения, во-первых, на льду. Избегать тех опасных мест на льду, открытых участков воды, в тех местах, где у нас лед непрочный. Ни в коем случае не проверять толщину и прочность льда ударами ноги под собой. То есть делать это необходимо палкой. И выходя на лед, каждый любитель подледного лова, чтобы имел с собой минимальный хотя бы запас спасательных средств. Та же веревочка и палка.